Мы можем увидеть, как мистер Три плавает на поверхности воды, но Оду не так уж легко подловить, и он ответил, что по телом Галдина совершенно случайно оказался кусок невероятно плавучего дерева, поэтому ему удалось провернуть подобный трюк. Не, Ода действительно красавчик, он знает, как выкрутиться. Теперь же настало время для самой горячей детали. Шорты Нами. Кто не знал, в арке Триллер Барк между 445 и 446 главами шорты Нами изменились. Что произошло, спросите вы? Ну, Ода ответил, что они выцвели. Хотя Триллер Барк в конце концов очень таинственное место, и там могло произойти все что угодно. Господи, я шучу, если что. Ода просто ошибся, потому что он слишком много работает, и да, бывает, подобное проскакивает. Поэтому я клоню к тому, что все же не стоит строить целый культ вокруг Оды, и каждое его решение считать гениальным ходом. С основной задачей писателя он справляется отлично. Но, ребят, в конце концов, это просто манга, и в ней могут быть неточности, несостыковки или просто моменты, которые не нужно продумывать, ведь основной сюжет и без них сможет двигаться дальше.